В столице Иордании, городе Амман, завершилось континентальное первенство по видам олимпийской борьбы в возрастной категории U23. Спортсмен из Шымкента Таир Шамсад, представлявший страну в составе национальной сборной, стал чемпионом Азии в весе до 86 килограммов. Победителя встретили в аэропорту города Шымкент родные, друзья и тренеры. В вольном стиле наши соотечественники выиграли 8 медалей. По итогам турнира заняли второе общекомандное место. Наши спортсмены выступили достойно, продемонстрировав высокий уровень подготовки и боевой дух. Каждый борец выкладывался на полную. Конкуренция в Омане была высокой. Каждый поединок требовал максимальной концентрации. Наши ребята смогли преодолеть все препятствия благодаря своей подготовке и боевому настрою. Во время церемонии награждения победителей в аэропорту города Шымкент Ирмек Байдуашев, участвовавший в Лондонской Олимпиаде, дал высокую оценку победам Таира Шамсата. Также была выражена благодарность персональному тренеру Марату Ердзену, который подготовил борца на мировом уровне. Впереди у нас множество соревнований. Продолжим интенсивные тренировки, уделяя внимание как физической, так и тактической подготовке. Останавливаться на достигнутом нельзя. Спасибо всем тем, кто нас поддерживал.